Какую же одежду нельзя надевать, чтобы не привлечь в свою жизнь беды и нищету? Давайте с вами разбираться о том, какие вещи вам не стоит носить и стоит отказаться. Во-первых, одежда ваших родителей. Помните о том, что у каждой вещи есть своя энергетика и энергетика своего хозяина, которая просто так не выстираешь и не выветришь. И особенно сильно энергетика передается близким родственникам. Поэтому, чтобы не навлечь на себя беды, а также не привлечь судьбу ваших родителей, лучше не донашивайте за ними одежду. Далее не стоит и носить вещи покойников. Дело в том, что такая одежда, к сожалению, представляет серьезную опасность. Она может навредить здоровью или в вашей жизни станут возникать какие-то неприятности. Поэтому вещи усопшего лучше сжигать или, как вариант, передавать нуждающимся. Однако это правило не распространяется на фамильные драгоценности. Их следует хранить и, возможно, время от времени пользоваться. Также не стоит надевать вещи, связанные с плохим прошлым и какими-то отрицательными воспоминаниями. Например, платье, в котором вы сходили на неудачное свидание, или брюки, в которых вы упали и что-то произошло. Помните о том, что те вещи, которые вызывают у вас отрицательные эмоции, не стоит носить, даже если они новые и хорошие. Далее, никогда не надевайте монохромную одежду. Каждый цвет имеет свое определенное влияние на настроение человека, помогая раскрываться с разных сторон. И если в вашем гардеробе преобладают наряды какого-либо одного цвета, разбавьте его обязательно другими оттенками. Не бойтесь меняться, и ваша жизнь обязательно заиграет новыми яркими красками. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. А прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам благ!